брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Светло и ясно, там,
верю в тебя, мое спасенье, маленькая страна. Маленькая страна.
belong. This great big world of sadness. For dreams that we share. Світлоє літо, море, сонце, веселый. Волшебной кисти лето оживает, как в кино. Какая тонкая работа веселыми вас сделать хоть на час. И эту разноцветную историю волшебный превратить в рассказ. Рассказ мой красивый, очень душевный, о красках цветных, о палитре волшебной. Подарок к осеннему первому дню лето оставило их в сентябрю. И больше всего на свете, как все художники и почти все дети, они любили рисовать. Рисовали на стенках, коленках, окошках, на заборах и на ладошках. Рисовали на чем придется,
Была бы охота, а место найдется. Вот как-то раз заспорили краски. Кто из них важнее? Кто темнее? Нет, кто бледнее? Не спорьте, друзья. Всех важней? Конечно же, я. Почему это ты? Потому что я могу рисовать цветы. Причем здесь цветы? Наступают школьные дни, и мы нарисуем их яркими. У меня идея. Внимание! Давайте устроим соревнование! Ура! Мы согласны! Вот и прекрасно! А вы, наши зрители, поможете назвать победителей! Потому что это свет. Светит солнце и луна, светит лампа у окна. Если вы пришли учиться, значит, знать давно пора. Учение свет, а не учение тьма. О, отлично! Это люди активные, поэтому успешные. Участвуя в различных программах, они завоевали огромное количество мест. От районного до международного уровня. Представляю вам лучших из лучших. Программа «Лидер» — это Олимпиады. Завоевано 282 победы. На российском уровне 105. Среди них Марковский Кирилл, 10-я. Чернышов Кирилл, 11-я. Кривых Кристина, 11-я. Севышев Алексей, 9-й Б. Международные Олимпиады. Смирных Валерия, 4-й Б. Программа «Ступени» научной конференции. Завоевано 138 побед. На российском уровне 26. Среди них Сигал Данил, Наумов Данил, Крюков Григорий. Международный уровень 3 победы. Сычева Виктория, Урядова Дарья, Краснова Варвара. «Интеллект-форум» привлекает к участию в конкурсах. Завоевана 101 победа. Победители российских конкурсов 29. Среди них Зюкалина Ангелина, 6-я. Путилина Полина, 6-я. Международные конкурсы. 2 победителя. Филиппова Анна, 9-й В. Малиновский Ярослав, 10-й В. Программа «Золотой фонд». Гимназисты имеют медали. 33 в этом году. Терещенко Василий, Каплева Виктория, Байшева Анастасия, Никитина и другие. Программа «Творчество» развивает творческий потенциал гимназистов. Завоевано 23 победы. Областной телепроект «Аллея звезд». 3 призера. Ситникова Анастасия, 9-й А. Иванова Екатерина, 9-й А. Пронина Варвара. Поаплодируйте. 1-й В. Региональный фестиваль «Маэстро 21 века». Арасова Майя. Международный фестиваль «Радуга талантов». Белянина Даша. Программа «Здоровье и успешность». Наши спортивные достижения. Здесь 69 призеров. Победители российских соревнований. Шибанов Максим, 7-й Б. Кажаев Андрей, 7-й А. Чемпионы европейских соревнований по спортивным танцам. Ванюшина Александра, 7-й Б. Архипова Виолетта, 7-й Б. Всего гимназистами завоевано 614 побед. Поаплодируйте нашим победителям. Внимание, первоклассники! Слово для поздравления предоставляется корифеям всех школьных наук, мастерам контрольных и сочинений, профессорам по сдаче зачетов и экзаменов, самым старшим ученикам, гордость нашей гимназии, выпускникам!
Если хочешь строить мост, наблюдать движение звезд, управлять машиной в поле или вести машину ввысь, хорошо работать в школе, добросовестно учись. Все когда-то в первый класс приходили в первый раз. Мы были все смешными малышами, когда пришли впервые в первый класс. И получив тетрадь с карандашами, за парты сели в первый в жизни раз. Опять впервые кто-то листает буквари, а для кого-то парта тесной стала. Встречая новый день, мы с грустью говорим, как жаль, что 10 лет так мало. Останутся на память все наши сентябри. В них солнце в дождь осенний засияло. Вдали от школьных парт не раз мы повторим, как жаль, что 10 лет так мало. Добавляем красноты! И, конечно, белизны! Красный, синий, белый взметнулись ввысь над облаками.